Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Duji X80, и сейчас я вам покажу, как на данном устройстве выполнить сброс до заводских настроек через меню, собственно, настроек. Для того, чтобы это сделать, мы через главное меню попадаем в настройки, а после опускаемся вниз к опции «Система». Здесь выбираем меню «Сброс настроек» и нажимаем опцию «Удалить все данные». Нажимаем «Сбросить настройки телефона», вводим графический ключ, пин-код или пароль для подтверждения и нажимаем «Стереть все», когда мы готовы приступить к операции. И на этом все. Наш телефон перезагрузился и успешно сброшен к заводским установкам. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!